чем командуете? Круг ваших обязанностей? Что здесь происходит на этой площадке? Здесь происходит работа, скажем так, в урезанном виде самоходной батареи 2С9 под названием «Нона». У меня в батарее 6 орудий, 2, к сожалению, в неисправном состоянии, 2 орудия на другой позиции находятся. Здесь я нахожусь с 2 орудиями. Задача какая? Задача – поражение техники и живой силы противника. То есть вы получаете координаты? Я получаю координаты, да, это цели, да, ворот до цели топографически. Рассчитываем прицелы и производим в зависимости от количества противника. Количество противника. Я видно лучше. Вот сейчас, насколько я понимаю, идет перемирие. Официально объявлено. Вы это на себя ощущаете? Перемирие? Мы долбим, нас долбим. Мы знали, куда шли, мы понимали, что это война. Но сидеть дома на диване, по-моему, стыдно. Это ваша земля. Это наша земля. Я родился в Донецке. Я 42 года прожил в Донецке. А кем вы трудились на гражданке? Менеджер инспекционной деятельности. Здесь командир батареи. Так сложились обстоятельства. А вот как получилось, что вас распределили в артиллеристы? Потому что считать хорошо умеете? Или как? Наверное, да. Привет Донецку передаю. Передавай, скажи пару слов. Как ты? Запали. Все будет хорошо. Осетия с вами, Осетия с вами. Что побудило тебя приехать? Патриотизм, брат, патриотизм. Ну это же Донбасс, это же не Осетия. То есть ты приехал совершенно в другой регион. А какая разница? Главное против фашизма, против геноцида.